Сотрудники ГИБДД вышли в очередной рейд, чтобы напомнить автолюбителям о скоростном режиме. По информации госавтоинспекторов, за 8 месяцев этого года на территории области увеличилось количество ДТП по вине водителей пассажирского транспорта. 97 человек получили ранения. На территории Ульяновской области проходит рейдовое мероприятие «Скорость». Сотрудники госавтоинспекции с помощью специальных средств фиксации скоростного режима выявляют нарушения, допущенные водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по междугороднему и межрайонному сообщению. Нарушение скоростного режима является одним из самых грубых нарушений правил дорожного движения, которые приводят к тяжким последствиям. Не нарушайте скоростной режим. Помните, в ваших руках судьбы других людей, призывают инспекторы ГИБДД и напоминают, что акция «Скорость» проводится на территории региона на постоянной основе.